Всем привет, на связи Forkitwow. Вот совсем недавно закончил Hood Champions, сделал 19 побед. Если бы еще не допустил одну глупую ошибку, я бы мог, наверное, сделать и 20-0. Но ничего страшного. Покажу состав, которым я сделал эти 19 побед, и стратегии. Вот нападение. Лемье Мадана Макдэвид. Хьюз, Саки, Кайкил, Паста, Нейчес, Грецкий, Эйлерс, Белл и Бедерт. И Белл, и Эйлерс забивали, и Бедерт тоже. Несмотря на то, что их четвертой тройки играют, все молодцы. Защита, вот Джонс, Хьюз, Карлсон, Йоси, Жиричек, Хедман. Все вполне меня устраивают, все вообще молодцы. Вратарь Маркстром, 85-й. Life Moments. Напишите в комментариях, если хотите, чтобы какую-нибудь тройку я сделал чисто из девушек. Если интересно, вот напишите. На следующих Who Champions, может быть, сделаю такое. Так, ну и стратегии нападения. Вот ползунки стоят так. Сейчас все тройки покажу там. Вот вторая краш. И don't block тут по-другому стоит. Третья перегрузка. Ползунки вот такие. Четвертая тройка. Behind the net тоже, ползунки вот так стоят. Защита, все по нулям. Тут все понятно, да? Все по нулям. Командные стратегии. 1-2 агрессивно, 1-4. Шестерочка. На максимум выкрутил. Protect net collapsing тут стоит. Вот, и здесь агрессив. Strong side slant и close support. Вот, по большинству я тут вообще ничего не трогал. Тут стоит Umbrella. Все меня устраивает. Вторую тройку, ой, вторую пятерку большинства 1-3-1 стоит, но иногда меняю тоже на Umbrella. Вот, такие дела. Меньшинство тоже тут ничего не меняю. Меняю в игре, ставлю пассив бокс, пассивный квадрат. Вот так. Да, все. Вот такие стратегии, такой состав. Сделал 19 побед. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях ваши вопросы. Постараюсь ответить на них. Может, отдельное видео какое-то запишу. Вот, или на стриме буду отвечать на вопросы. Всем пока.